Ладно, что, тряханем травушку-муравушку, мне кажется, что накидало по-любому. Солнышко на закате, ребят. Сейчас начнем двигаться. Ну, ближе к 9, как обычно, что. А так в 9 каждый час будем двигаться, будем ходить. Вон прям у берега уже, блин. О, крючки пустые, ребята. От слова совсем. Тут вообще прям обсосали так, что даже мякушки не оставили. Ну так, мало ли, изёк с вечера может бахнуть. Да и тот же налимчик может залететь. А так это беспонтовая трата червей. Ну, сейчас копать хоть можно. Плюс сейчас огородами будем заниматься. Так с червями проблем не будет. Две лодки только поднялось. Странно. Никто не поехал на рыбалку. Хотя бы на природу. Я слышал, в деревне там кипиш, все собираются. Видать, вода начала подниматься, да. Решили не ехать. Ну, вот так вот, ребят. А тут рыба. Лариса! Иди-ка сюда, тут рыбка какая-то у нас сидит. А тут рыбка, ребята. Вот такие дела. Сейчас Юрина достанет. А то вдруг потом уснет. Это пляж ее, кстати. Это полноценный пляж ее, она здесь у меня царица. Тут кто-то сидит. Интересно, кто, блин, налим, что ли, в такое время? Уже бахнул или что? Угу. Давай, мать, топай. Все для тебя, зайка. Что ты хочешь, чтобы я достала? Ну, конечно, выматывать же умеешь. Нет. Ну, просто жик-жик-жик, достаешь и все. Давай, погнала. Порежь. Выматывай туда, не на рогатульку, вот, отойди. Что, есть-то? Не знаю. О, кто-то водит. Тихо, не спеши. Давай потихоньку. О, изя поймали. Давай, 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 давай. Аккуратненько. Опа! Изёчек у нас, Лариса Юрьевна. Большой. Какой большой ты, пиздюк? Для меня тоже большой. На. Что ты хочешь? Твоя рыба. Нет, это не моя рыба. Изёк, видишь, иски уже начали клевать. А куда его надо положить? Давай в пакетку оттащи. На. Держи крепко, мощная рыба. Подожди. Подожди. Держи крепко. Ой, поджабрил. Ой, вот так. Сейчас. Все, иди в пакет. Засунуться бы еще поджабрил. В пакет его. Все, тащи. Ай. Зубов нету у него, сама знаешь. Все, давай. Поймала. Дай пятюню. Пятюню дай. Изёчек. Так, ребятки. Я говорю, с вечера там могут иски поклевать. Ну вот, ребятки, прошелся. Вообще все поедено. Вообще все. Опять тут, блин, достал корягу. Я в прошлый раз тоже тут доставал. Одну, две, три, блин. Там какая-то вообще, какой-то такой, знаете, мелочь какая-то лежит. Ну, она вот рвется. Вот именно, что не прям глухой зацеп. Но она прям туда постоянно. Вот именно на этих донках. Ну, и тут и поклевки были на лима. Вот, язёчек бахнул. Ну, как и правило, вот, но вот там я вот даже по зеленке бывал, там стоял. Там не очень глубоко. Метра два всего. Ну, блин, иски там поклевывают, да. Ну, сейчас опять разогнал тягу. Смотрите, какое течение. Там просто будет бить травой и сносить. Там постоянно накучивать. Неохота мне. На язя мы успеем еще.
водичка его немножко упадет, там есть места у меня по изи. А там да. А вот так на верховье бы там, где я вот был в прошлом году, там, блин, с изем прям вообще шикарно. Ну, ладно, у нас все-таки пока налим. Как бы нам он не интересен. При лове, да, попадается, ну и хорошо. Вот. Такие дела. Ну, в принципе, все. Солнышко садится. Будем ожидать поклевочки налима. К 9 ближе. Красота. Что-то Юрина там слушает музыку какую-то. А, кстати, хотел уже показать, ребят, приобретение. Сейчас покажу. Хотелось, ребят, вас похвастаться немножко. Приобрели мы такую колоночку для походов. Давно уже хотел, ребята, такую, вы знаете, вот портативная беспроводная акустика от компании CG Box. В общем, заказал. И пришла вот буквально на днях, ребятки. Вообще. Самое, что интересно, друзья, она как бы, ну, все внутрянка китайская, но она сделана, ребята, в Тюмени. Тюменская портативная беспроводная акустика. В общем, весь дизайн, вся подсветка, все вот это сделано в России. Ну, внутрянка китайская, но как минимум наши уже что-то начинают делать. Молодцы. Пришел в такой коробочке. Сейчас немножко вот пройдемся, ребят, по ней. Сразу же вот тут CG Box. Bluetooth 5.2. Я отходил сегодня, когда собирали, кстати, я грузился, я отходил метров 15, наверное. Она у меня пробивала. В общем, хороший Bluetooth. Мощность 40 Вт, друзья. Емкость аккумулятора 4000 мА. Вот. Время работы до 10 часов 50% громкости. В общем, 10 часов, если вот поставите наполовину, он будет, пожалуйста, работать. Разъем Type-C, в общем, ну, шикарно. Все как нужно. Самое, что интересно, JBL-ки, вот, да, наверное, сейчас у многих JBL-ки самые дорогие колонки. Но, друзья, в JBL-ках нет того, что здесь есть. Здесь, во-первых, есть поддержка CD-карты. То бишь, можно закачать песни какие-нибудь и поставить уже. И не надо пользоваться Bluetooth, а просто, вот, допустим, сейчас у нас нет связи, да, вот, а мы музыку из интернета слушаем. Загрузили, закачали, поставили. В JBL-ке этого нету. Здесь есть вход AUX, как немаловажно. В общем, блин, интересная штучка, ребята. Она водонепроницаемая. Можно спокойно сейчас ее взять и выкинуть в воду, она будет бомбить. Степень защиты от воды IPX6. Не знаю, конечно, какие это параметры, но, в общем, как-то так. Так, RGB подсветка. Ну, в принципе, при наличии двух колонок, тут она какая-то, вот, в общем, они сопряжаются. Ну, в общем, круто. Давайте распакуем, посмотрим, ребят. Ба-бам. Вот сама колоночка, ребят, смотрите, как она выглядит. Вот такой дизайн интересный. Вот здесь подставочка, в общем, она вот так стоит. Классно. Вот здесь получается вся непосредственно зарядка, флешка и так далее. Вот. Здесь AUX, вход Type-C, получается зарядник. Вот флешка, ребят, разъем. Еще есть USB. В общем, от этой колонки можно заряжаться. Это круто, когда вот какие-то походы выезжаете, да. Ну, не знаю, вообще, мало ли телефон разрядился. И ты думаешь, блин, как дозвониться, куда что, у тебя нет пауэрбанка. И вспоминаешь, что у тебя есть колонка, вот, допустим, у меня есть лампа, фонарик, от которой тоже можно заряжаться. И подключились, и зарядили телефон, и дали дозвон. Это круто. Вот так он закрывается, то бишь водонепроницаемо. Здесь панелечка такая, включение. Получается сопряжение Bluetooth. Это пауза, стоп, плюс громкость, минус громкость. Вот так вот. Также идет в комплекте вот такая коробочка. Здесь у нас, ну, получается, зарядник Type-C. И идет AUX. Пожалуйста. Ну вот, зарядник Type-C. Круто, сейчас уже вышел все на Type-C. У меня, в принципе, и фонарики, и все. Вот, в общем, не надо
постоянно там выдумывать кучу зарядок. От одной уже, когда и в сумке, можно зарядиться. Самое интересное, ребят, что тюменские ребята, они уже все сделали на русском. Смотрите, какое включение, ребята. Хоп. Включение. Соединение установлено. Соединение установлено. Я уже сопряжение сделал, потому что дома, смотрите, какой дизайн, ребята, какая подсветка. Круто выглядит. Ну, видите, все на русском. Если, допустим, на каких-то китайских там или вот этих, там все не на русском, здесь уже, ребята, именно ребята сделали на русском. Так, ну сейчас проверим ее, ребят, по музыке. Вот у меня уже, получается, вышло сопряжение. Вот сразу выходит уровень громкости, показывает зарядку батареи вот данной модельки. Ну, в общем, круто. Что, заходим в музыку и будем проверять на громкость. Но бомбит она, ребята, великолепно, конечно. Так, сейчас у нас, понятно, нет интернета. Что-нибудь с телефона включим. Где у нас музыка-то вообще? Есть какая-нибудь музыка? Есть. Так. Ну что, попробуем, ребята? Так, добавляем. Ну, здесь у меня еще не полно, ребят. Окей. Чек. Делаем бас больше. Мне кажется, огонь, да, Ларис? Шик. Круто, ребят. Так чисто, знаете, для леса, для настроения. В одного, когда бывает, гоняю куда-то что-то делать вообще в гараже. Такая она, ну, уронить бесполезно, там что-то она там где-то, там кнопка какая-то не вымываться. Намочить как бы не намочишь. Ну, она как бы от стандарта вот этих джибиков вот этих, она, конечно, стоит намного дешевле, ребята. А ничем не отличается, даже лучше. Так что я доволен. Круто. На мотике в рюкзачок кину и погнал. Так с музыкой. Я всегда люблю музыку, ребят. Хотя мне многие пишут: Андрюха, хорош уже вот это в дорогу, вот этот твой трах-трах-трах. Ребят, ну музыка это же музыка. Ну, к сожалению, не могу в видосы вставлять музыку, которую я хотел бы тоже, потому что есть нарушение авторских прав, и, соответственно, я только ставлю, которую могу. Ну а так, круто. Ссылочку, ребята, оставлю. Там не только колонки, там наушники, пылесосы, в общем, различные темы. Кому интересно, что-то залетайте, ребята. Ссылочка в описании. Такие дела. Подсыпем чуть-чуть. Thank you.
Ну что, друзья, наступило наше время, так скажем. 20 минут 9. Прям такая прохлада на реке. Палатки-то у нас Ташкент. Прям хорошо. Такая тишина, ребята, классно. Ну все, надо начинать работать. Перезаброс, насаживаем смачные пучки и вперед. Юрийный налим должен же выползти. Яська уже поймала, вот еще налимчика нам одного. И все, ништяк. Красота. Блин, холодно. В палатке-то там что, Ташкент. Блин, вот это течуха, конечно, ребят, смотрите. Просто. Ужас. Угу. Первенький, ребята. Первенький малыш. Вот. Недюжа большой. Вот такой. Какой-то аж, не знаю, синий, ребят. Альбинос какой-то попался. Тихо, тихо, малышка. Тихо. Его удержать тяжело. Смотри, какой, ребят. Альбинос. Охренеть. Давай, брат. Домой. Вот в ямке. Первенький клюнул. Хорошо. Недалеко, во-первых, классно. Нравится, когда вот так некрупный налим ее. Не надо мучать его. Быстро-быстро. Хоп, и все. И готово. На нижний поводочек. Он все съел. Покормили. Покормили. Пацана. Так, ну есть налимчик уже первый. Вот так вот сейчас. Пучочки красивенькие сделаем. А вдруг, ребятки, хапнет наш трофейный. С Юлиной же приехал. Она у меня фартовая. Ну эти дела. Ну вот, красивые пучочки. Ехаем. Так. Опа. Чуть-чуть не добросил. Ладно, нормал. А тут у нас поклевка, ребята. Сидит, зараза. Налимчик. Юрина! Идем доставать. Твой налим. Вот на эту попался, ребят, сразу. Ну, я говорю, вот в этом месте. Оккупируется. Сидит, зараза. Тоже, походу, не крупный. Ну, посмотрим сейчас. Налимятница идет, ребята. Все. На эту попался, мама, небольшой. Отпустил. А тут твой сидит, дергает. Он еще делает. Ну давай, пробуй. Вода прибывает, смотри. Опять же возила и леску в бок выматывай. О. Так. Пощел. Идет? Да. Опа. О, водит, смотри. Водит там. Может, хороший, не? Да, наверное, не знаю. Да? Но водит. О, да, слушай, вообще пойдет. Юна. Пустяк. О, тихо. Вот так в леску не надо. Сразу замотает хвостом. Грузило, достань. Я же тебе говорю, в бок надо мотать. В бок. Никуда достаешь. Достань с грузила леску.
Ребят, хороший. Полторашка, наверное, где-то. Юрина Тамагёчи. Они хвостом сразу варит, смотают. Капитально. Что-то странное какое-то явление. Мне или кажется, или что. Посмотри, вот это сбоку. Вот, что это, леска у него? Ох, ни хрена. У кого-то был. У кого-то был. У кого-то был на крючке, ребят, смотрите. Вон. Держу. Достань. Ну, поводки, ребят, смешные ставите. Вы что? Стебаю. Крючок-то хороший. Вон. А поводок, смотри, какой тоненький. Тонюсенький поводок. А не, ржавый. Это даже прошлогодний. Вон, смотрите, ребят, цевьё уже сгнило. Это с прошлого года. Ну, наш доставай. Наш-то покрепче будет. Трофейного поймала, мать. Ага. Да не сытая. Он меня укусил. Резко просто дергай. Видишь, там в губе. О! Все, грузило сюда, кинь. Подальше крючки. О! О, смотри, какой у тебя трофейный. Хороший бродяга. О, ребята, какой мусик. А что это, вот это он повыплевывал, да, пока мы доставали? Что это? Он кого-то съел? Да. А рыбку какую? Вон, выплюнул, видишь, он начал выплевывать. Смотри, червей повыплевывал, смотри, зараза. А рыбку какую, ног достань? Не, да не брезгуй, что ты. Кого там захомячил? Вот. У кого-то, короче, он сидел, сорвался и к нам пришел. Пришел. Хороший мусик. А, палец в рот не сунусой. Иди неси. Не хочу я. Палец в рот сувай. Он весь сопливый. Ну ладно. Добротный. Опачки, ребята. Елец. Причем хороший. Елец, смотри какой. О. Вот и нарезочка подспела. И лес бомбит. Вот они объедают. Вот такая рыбка, ребят. Ну, это не сорога. Это елец. Не знаю, многие, понятно, знают, но многие не знают. Вот такая вот она водится. Плотная спинка. Он любит течение. Такой крепкий. Мощный такой. Он более такой продольнистый. Прогонистый. Плотва если жирная, а вот елец прям молодец. Так, у меня нарезка есть. Если что, потом в дальнейшем вот эту доночку обязательно, может, на ночь лупану потом на хвост. Отлично. Так, пока сюда, брат. Тебе опри... Сюда пока. Блин, на течение, ребят. Вообще все поедено. Елец, походу, лупит. Крючки-то мощные. Не подсечь его. А так вот не знаю, блин. Вот такую в траву вот грязь только идет. На эфир тоже не порубачишь. Так бы ельчика половить. Было бы шикарно. Жирные черви. Вкусные, блин, зараза. Ну, вода уже градусов 6-7, мне кажется. Тащит, блин, никак не упрется. Течуха страшная. Начали вытряхивать, доставать налима. Начал, короче, выплевываться. Хотел избавиться от крючка. Хочу посмотреть, кто это такой. Вот вообще не могу понять. По кожице. Белая рыба, ребята. Кого-то заел, блин.
Да, и мелкие косточки. Плотва какая-то, что ли. Ладно, доедайте. Вот он начал выплевывать. Черви. Дождевые. Кусок молоки даже выплюнул. Вот они налимы такие есть, ребята. Хитрые, блин. Они когда их поймаешь, у них самый деликатес это печень, молоко. Если его не завалить, оставить живым, он может съесть свою печень. Есть такое. Они ее как-то проглатывают, съедают. У него такая манера. Надо или под жабрами надрез сделать, либо глушить. Я его ломаю хребет, чтобы он бесподвижно. Голова потом не рабочая у него. Туловище рабочее, а вот голова нет. О, ребят, ну что, свет дали? Блин, люстра не нарадуется. Юлина тоже говорит, блин, классная, говорит, вещь у тебя. Но многие просят ссылку, ребят, на Алиэкспрессе брал. И то это в черную пятницу с 50% скидкой. Сейчас она что-то там в районе трешки. А я взял за 1400. 10 тысяч миллиампер. От нее можно заряжаться. В общем, вообще круто. Так что такие дела. Кстати, печка. Огонь. Сейчас вот солнце зашло и все вот похолодало немножко. И в принципе комфортно, да, Вась? Да. Нам нравится. Видите окно, ребят? Ну вот этот каминное стекло. Опять вот оно черное. Сейчас дайте жару. Вот она огнем прям сама снимает. Такие дела. Все, Юрин у меня поймал налима. Я рад. Ребята, задача выполнена минимум. Ну, если что-то еще поймаем. А так, в принципе, хороший налим. А, все же говорят, вот я говорю килограмм. Не верят. Там, говорю, полторашка, не верят. Так, давайте завесим сразу, чтобы вот это, без этих, без вопросов было. Ну, я, в принципе, как-то показывал по щукам, говорю, вот это столько, столько, столько. Ошибался там вообще грамм 100 минимум. Пойдемте посмотрим. Ну, грамм кило 400 в нем есть 100%. Так что сейчас завесим. Не буду доставать, ребята, уже с пакета. Вот там язек и налимчик получается. Кило 740. Ну вот, говорю, грамм 300. Язек. Ну, кило 400 налимчик. Плюс-минус. Ну, как-то так. Блин, холодно стало. Уху, ну я там что-то смотрю. Опа. Не свети. Поджигай, мать, фонарь. У тебя же тоже есть. О. Ну что, друзья, у нас вечер. 10, да, варится же? Да. Ушли мы перекинуться. О, красота сегодня, зорька такая приятная. Закат. Ну вообще, говорю, да. В плане того, то, что нету облачка, вообще ни тучки. Это уже за последнее время, это первый раз, наверное, так. Все, постоянно какие-то дожди, снега, блин. Ё-моё. Так, сейчас перезабросимся немножко. Черечков возьмем. Опа! Надо занести, ноль будет. Не заморозить, главное. Я как-то по молодости проигрывал. Банку оставлял и все. Хорош. Банка замерзала. Вообще что-то унесло в донку. Коряги какие-то намыли. Трава или рыба. Одно из двух. Прямо у берега вообще вся, ребята.
Ой, красота, ребят, смотрите, какая прелесть. Вода прибывает, донки уже в воде. Река шумит, блин. Течение ужасное. Где-то вдалеке браконьеры стреляют. Да, лупят, ребята. Ну, охота на вальшина уже не закрыта, да, уже. Сейчас только на медведя. Ну, долбят браконьеры или просто по банкам лупят. Что-то вообще же жестко. Ладно, пройдемся. Трава, мурава, полынь, крапива, персики, слива. Кто-то попался там, ну, блин. Нарезка у нас попалась, ребят. Ёж! Посмотри, какой жирный. Ну, вообще. Ребят, смотрите какой. А? На нарезку будем ставить, Ларис? Не знаю. О, какой, ребят, смотрите. Всех червей съел. Ну, падла, а? Какой пучеглазик. Хорошая нарезка. У нас елец, если что, на ночь. Давай, иди, живи. Хотя, говорит, ёжик, говорит, икру, говорит, молоди хавает. Что за парик тут зацепился, блин? Ну, поел все. А? Налим. Ага. А? Опа! Есть, ребятки. Не крупный, но заел. Блин, а? Вот как его доставать? Я хрен знает. Подержи леску. Вот эту натяг. Ой, там все кровит. Да, конечно, кровит, потому что заедают они. Страшное дело. Собирать надо домой. На, неси. Ты замерзла? Да. Давай, топай. Тебе не нужно будет опять это? Принесешь. Нет. Ну, палатку занесешь. Расцепишь. Юрина вышла со мной на проверку. Постояла немножко, говорит, замерзла. Нос, говорит, замерз. Так, вот у меня все в порядок вроде. Все шикарно. Подтащил, кол вбил. Вода прибывает, надо смотреть. Ладно. Проверяем дальше. Один. Тихо. Так, с тобой надо как-то аккуратно. Ты нам не нужен. Давай, дай. Он такой, ребят. Давай. Вот у нее обессудь. Больше не попадайся. Деда зови лучше. Тоже что ли сидит? Ну, вот сегодня раздача. Тихо. Тут нормально вроде. Хорошо все.
еще и доедать будут, ребята. О, червей еще нормально похавает. Толстячок такой хорошенький пощел. Ну да. Скорее, блядь, да стоять нафиг. Охренеть. Это раздача. Серёна, да. Серёна у меня талисман, блин. С какой-то корягой. Душка, ребят. Выпер, блин. Такой обрыв, блин, неудобный. На каждой донке, короче, сидит налим, блин. Вот это пойдет, брат. Самый крупный сезон, а пока. Вода прибывает. Вот вам вода, ребят, прибывает. Вышли, блин. Я сижу в палатке, я еще даже никогда не телюсь. Вообще заел. Там где-то, блин. Сидел тут, выжидал. Костры палил. Возле донок сидел. Тут сижу с женой. Музыку слушаю. Бля, хороший дядька. На каждый. Ё-моё. Ну неплох, ребят. Неплох такой змеёга. Хорошенький. Как-то так. Че, ребят, перед началом ролика я вам сказал. Юрину мой талисман. Мне всегда с ней везет. Как облупленному причем. То стерлядь на фидер, на кукурузу, на 18 поводок. В районе 3 килограмм. Она такая мощная, что она продольник бывает подымает, а я здесь ее на фидер достаю. То что-то как-то щуку мы поймали. Смешно. То судака. Да вообще как бы с ней всегда что-то такое прилетает. Ну вот, пожалуйста, ребят. Не обманул, короче. Налим прет.
Ну вот так, брат, поймали мы уже рыбы. Юрина, ну все, оправдалось, короче, твое проклятие. Конечно. Вот так вот, ребята, фартовая она у меня. По жизни, в общем. Да, редко выезжают, но зато как бы, ну, проверено уже, видите, как она. Ну, тут вот около двух такой прям богатырек-то. Сейчас за проверку получается сколько? Раз, два. Лариса унесла, я принес. Трех отпустил. Пять штучек. На семи домках. Да, на семи домках пять штучек, ребята. Еще пожевано было, поедено. И мы, главное, то есть сидим, колокольчик-то не слышно было? Нет, ни одного. Ни одного, да? Чтоб что-то звенело прям такое жестко. Ну, там крутит, натяг такой. Я вообще тащу вот этого крупного, там опять травы там куча, и смотрю, там пузо белое. Это хорошо. Ну, мы двух уже хороших, полторашка, двушка вот поймали. Все, в принципе, жереха у нас отличная. Вообще класс. Ельца поймали, ездя поймали. Ну, подъязка, да. Многие пишут: Андрюха, где там, типа, лещ, это же подлещик. Сабанаев в книге писал рыболовный. Нет такой разновидности подлещик и подъязь. Есть лещ, есть язь. Надо называть вещи своими именами. Щурок, щучка, да? Щукарек. Там туда-сюда. Налимчик, налямчик. Так называть начали. А это же налим. Рыба налим. Рыба язь, рыба лещ. Вот. Ну просто крупная, да, понятное дело, что. Ну вот, вот вам вода прибывает, вот вам и все дела. Ну ведь не полнолуние, и в принципе, не знаю. Ну, что-то тронулось, походу. Это хорошо. Попали. Так, времечко, что у нас? О, 10 часов, ребят, 10:30. Это мы снялись. Отлично. Буду стоять до 12, до часу, 100%. Ну, до рассвета, наверное, постоим. Так что клюет классно, все шикарно. Да, рыбу уже поймали, хватит нам, блин, вообще вот так натаскали уже все, в принципе. Приехали за отдыхом, вот как обычно, я говорю, как обычно, едем отдыхать, рыба ловится. Едешь на рыбалку, я же сижу возле дона, перекидываю, меняю дистанции, насаживаю туда-сюда. Сейчас даже нарезка не нужна, в принципе, червь работает, с утра может ясь еще бахнет. Так что не буду, ребят, я ельца потрошить. А, ёрш же еще попался крупный. Толстый такой. Так что остаемся пока на черве. Червь свежий, хороший. На улице жестко похолодало, вообще резко. Так что, в принципе, нормально вот в этом режиме печки. И достаточно ее. Такие дела. Так, ребят, ну что, все, на сегодня завязываем, время 12:30, будем спать. Лечу палец, сейчас перемонтуюсь. Вот вечером вышли на лимчики, сейчас тихо, все. Вот вечерний выход был хороший. Блин, на улице дубак, прям вообще, что-то налем не пахнет, мне кажется. Прям, ух, крепко. У нас палатки хорошо. Все, и что, отрубаемся. Сейчас рассветать уже будет через час. Да уже и толком, да и не темнеет он нормально. Вот. И, ну, посмотрим, что. Езек поклевывает, может, утром еще попробуем порыбачить. Ну, а так тоже буду в люльку.
Лариса Юрьевна спит у меня. Все. Давайте, друзья, до завтра. Точнее, до сегодня уже, до утра. Ой, хорошо. Палец надо же было себе кацануть. Ребята, доброе утро. Лариса Юрьевна. Доброе. Вода прибыла, ребят. Время 5 утра. Проснулись. Вышли на проверочку. Ну, еще хотим зарядить, так как язики поклевывают с утра. Почему бы нет? Так, последний раз я проверил, ребят, в первом часу. В общем, донки простояли 4 часа без проверки. Посмотрим, что залетело. Блин, вода, ребят, смотрите, как поднялась. Это я еще ставил, получается, сантиметров 10 на сушу. Это вот. На сантиметров 15-20 вода поднялась за ночь. Где-то плюс-минус так. У нас, ребята, здесь поклевка. Тут у нас поклевочка. Сейчас сразу перевяжу. Ну давай, Юрина, доставай, твой налим. Тяжело идет. Может, хороший налим. Ну, порежь, поинтенсивнее, что ты. Где-то уже здесь. Да нет, там. Там два. Дуплет. Один ты хороший. Один-то нормальный, один небольшой. Да, отпущу на этот, отнеси этого. Да вот засунь туда палец. Он меня укусит. А он сожмет сейчас тебя, да? Не бойся. Так, этого как-то надо отпустить. Надеюсь, ты, братан, недалеко тут заглотил. Вроде недалеко. Опа. Давай. Иди доедай. Ну вот, дуплетик. Шикарно, ребята. Шикарно. Блин, и опять корни. Там какие-то корни, короче. Вот это на дне лежат. Видно же, что не свежие.
И вот он там, в этих корнях, берет, блин. Да-да, отпустил. Юрьевна, короче, с дуплетами ловишь, да? Да. Я же тебе сказала, что давай веревку кинем. Да. Могет, Юрьевна. Шикарно утро, ребята. Солнышко, птицы поют, блин, кайф. Ну, ночью сегодня холодно было, труба вообще. Я даже потом печку на максимум тягу поставил. Думали, будет жарко, короче, нифига. Ну вот проверили доночки, вот два налима дуплет попался. Раньше частенько такие дуплеты залетали, сейчас редко-редко. Ну вот, ну Юрьевна там у него и дуплеты будет, и кварнет, у него все будет. Короче, миссия работает, ребят. Нормально отловились по наливу, хоть и вода прибывает. Прям все четко. Хотя до этого здесь стоял, и люди здесь стояли, но не было такой рыбалки. А тут хороший налим, двушник, полторашник. Сейчас вот килограмм попался. И до этого там такие тоже неплохие. В общем, нормально. Майку мы набили налима. Так, не спешим. Моторы сегодня зажужжали с утра. Воскресенье, выходной. Люди хотели уже открывать фидерный сезон, скорее всего. Но вода вот не позволяет. Пойдем в палатку. Обалдеть. Может, посплю еще. Снимаю. Ребят, не проснулись, а в палатке уже скворчать начинает. Вчерашний ужин у нас перевалился в завтрак. Только добавлены яйца туда еще. Вот. Значит, поставили чаечек. По пилетам, ребята. Ну вот, практически все убили. Там осталось на одну закладку еще. В общем, не экономно нифига вообще, конечно. Надо много. Ёж или ильец. Ельчик. Восемь утра, ребята, 9 час. Кеморнули еще. Короче, выспались. Вообще великолепно. На природе спится вообще от души. Лариса посуду помыла уже, собирает кухню там потихоньку, ну и доночки. Ельчик вам попадает, ребят. Ельчик. Но с такой травой фидер, блин, бесполезный. Так что надо пока бодаться, пока вода есть, бодаться, пока налима. В перемешку с изюм. Что-то такое. Пока фидер рано, ребята. Да и погода вроде, вот сегодня солнце, тепло, завтра вообще классная погода будет. А потом опять на неделю будет 6-8 градусов всего. Такое себе скучная весна. Ладно, собираю, блин, донки затопило, ребят, смотрите, насколько вода прибыла. Охренеть.
Все, собрали лагерь. Вот должно, ребята, вот так оставаться за вами место. Ни бычка, ни соринки, ничего такого. Все, что привезли, мусор весь с собой. Вот поляна должна быть чистая, ребята. Уезжаем. Все, ребятки, отрубалили. Ну, что-то похоже на рыбалку на налима. Что-то как-то вот так. Неплохо поймали. Дома потом скину, результат покажу. Два хорошеньких, там один около двух, наверное. Но это, скорее всего, вот талисман у меня, ребят. Что, понравилось, Алис? Да. Отдохнула? Выспалась? Выспалась. Ну и самое главное, ребят. Все. Делайте так, а лучше круче, как говорится. Уезжайте с семьей, ребята. Берите жен и в лес отдыхать. Все, погода четкая, тепло. Пошагаем домой. Вода прибывает. Так что рыбалка пока еще вот на фидер под вопросом. Будем двигаться по налиму. Все, связь. Вот я дочь поймали мы с мамой. Язёк такой. Елец. Вот такой налим. Еще елец. Вот такой, смотри. Налим. Вот такой. И вот такой. А? Нормально?